Три человека пострадали накануне в результате столкновения трех автомобилей. Сила удара была очень большой. В больницу были госпитализированы водители Seat Leon, Лады 9 модели и Лады Ларгу, столкнувшихся по принципу домино. По предварительной версии, в произошедшем виноват водитель последний, но очевидцы предположили, что въехать во впереди идущий автомобиль его могли и вынудить. Подробности узнавала Нафиса Аминязова. Ну, вроде нормально все. Ну, там созванивались сейчас, вроде нормально. Молодые люди, друзья водителя «Лады» 9 модели, рассказали, что вот только что звонили своему другу в больницу, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он, говорят, до сих пор понять не может, как именно все произошло. И только начал приходить в себя. В его автомобиль сзади врезался «Сиат Леон», который, в свою очередь, протаранила «Лада Ларгус». Очевидцы сообщили, что в произошедшем, вероятнее всего, виноват водитель последний. А кто может быть виноват? По рассказам очевидцев, водитель «Лады Ларгус» на полной скорости въехал впереди едущую испанскую иномарку, затем та врезалась в девятку. Что стало причиной произошедшего, можно было только предполагать. Кто-то говорил, что водитель «Ларгуса» отвлекся на телефон, а кто-то и вовсе предположил, что его подрезали. И он таким образом пытался уйти от удара. Удар был такой силы, что в автомобиле даже сработали подушки безопасности. Всем троим водителям понадобилась медицинская помощь. Они госпитализированы в больнице на месте происшествия. Сейчас работают автоинспекторы. Меня зовут Константин Бушуев, вызов 112.